Журналисты всегда оказываются в центре событий и первыми доносят информацию до населения. Журналисты ульяновских СМИ не исключение. В 2011 году по инициативе губернатора Сергея Морозова в регионе была учреждена премия в сфере журналистики. Сделано это было с целью повышения престижа профессии и поощрения творческой инициативы. По итогам 2017 года было подано рекордные 90 заявок. Это свыше 1000 конкурсных работ. Победители определялись в 5 разделах – телевидение, радио, газеты, журналы и сетевые издания. В рамках церемонии вручения наград глава региона поздравил собравшихся с прошедшим днем печати и поблагодарил за объективное освещение жизни области. Мне хочется от всей души поблагодарить вас, дорогие друзья, за совместную работу уже в ушедшем 2017 году. Вы много и увлекательно рассказывали читателям, зрителям о том, чем живет, как живет Ульяновская область. О наших успехах, о наших победах, о наших неудачах, просчетах. Работа издательского дома «Ульяновская правда» была удостоена наград в сразу нескольких номинациях. Служба интернет-телевидения и журналист «Народной газеты» Данил Ноздряков получили награду за лучший материал, в котором освещается развитие отраслей промышленности и сельского хозяйства. Редакционный коллектив газеты «Чемпион» победил в номинации за освещение спортивной жизни региона. Из рук губернатора сотрудники издательского дома получили благодарственные письма в связи со столетием газеты «Ульяновская правда» и за заслуги в области СМИ. Анна Тищенко, Даниил Сурков, новости «Ульяновской правды».